Несмотря на пандемию, мы проведем тренировку и сделаем вертушку коронавирусу. Сегодня 30 мая. Мы затеяли антипандемийную тренировку вот на спортивной площадке возле моего дома. Пригласили Вячеслава Горбунова. Участвовали мой зять Игорь, сыновья младшие Даниэль и Эмиль. Ну, я сам тоже принял участие. Тренировка началась с разминки. Разминка была хорошая. Хорошо разогрел нас Вячеслав. Вот. Правда, маски мы сняли уже перед разминкой, потому что поняли, что в масках дышать будет вообще тяжело. И, соответственно, стараясь соблюдать социальную дистанцию 1,5–2 метра, провели эту разминку. Все очень круто, весело. И, так сказать, удар по коронавирусу уже произведен. Вторую часть тренировки были движения, которые мы отрабатывали, удары ногами. Вот. Вплоть до удары, называющиеся, ну, ребятам нравится слово, это вертушку делать, надо научиться вертушку. Вот. Ну и, соответственно, Вячеслав показывал, постепенно подходя к вертушке, и мы, в конце концов, ну, кто как, у кого какая растяжка и какая координация, мы это сделали. Затем была следующая часть тренировки, это мы работали и ногами, и руками, там был бэкфист, там был боковой удар вместе с ногами. Вот. А в конце тренировки били по лапам, каждый по 1,5 минуты, 3 раза. То есть 3 раунда у нас было. Ну, так прошла наша тренировочка. Очень нравится нам всей семье смешанное единоборство. Это очень интересный вид спорта. Мы очень увлекаемся им, смотрим бои, вот, сами пытаемся тренироваться. Вот, дети у меня тоже приобщились. Вот. Ну, в общем, для общего физического развития это очень полезно. Развивает все. И координацию движений, и растяжку, физическую силу, и ловкость. Вот. Внимательность, точность. Ну, почти все, что должно быть присуще человеку и мужчине настоящему. Смешанные единоборства очень помогают в этом. День сегодня еще замечательный, погода шикарная. Прям играет. Вчера был дождь проливной, а сегодня прям вот такой вот тихий, спокойный день, безветренный почти. Ну, немножко вот сейчас облака появились, вот, но солнышко припекает, даже загорать можно. Вот такой вот у нас конец мая и такой вот день тренировочный, антипандемийный. Вообще, всем советую вот, заниматься этим видом спорта, потому что он позволяет нам чувствовать себя по-настоящему живыми, по-настоящему физической форме. Будет ли вот как Москва-Сибирь проходила в прошлом году в Чемале. Ну, немножко нам пандемия помешала в этом. Хотя, в принципе, я там на этом мероприятии Москва-Сибирь говорил о том, что давайте мы все-таки проведем. Ну, давайте попробуем это сделать теперь в 2021 году. Надеюсь, никакие пандемии и экономические кризисы нам это не помешают. Вот, и мы найдем новых спонсоров, найдем поддержку каких-нибудь серьезных организаций, которые сможет нам выделить средства и помочь провести это замечательное мероприятие, которое мы называли «Россия и Европа». В принципе, там и концепция у нас была готова, и мы уже начали активно раскручивать и давать информацию об этом. Но вот эти события, которые сейчас происходят, немножко нам помешали, сбили планы. Ну, я думаю, не страшно. Соберемся, все стабилизируется, и мы на будущий год все это сделаем в лучшем виде.